Всем привет, с вами Руфи Гердос. Сегодня у нас в обзоре будут, как всегда, сраные китайские кнопочки от Elementa. Это вот три такие вот кнопки. Как бы их так показать, чтобы вы все это увидели. Ну, в общем, сейчас покажу все в очумелых ручках. Ну так, очумелые ручки. Сначала расскажут, конечно, об упаковке. Как всегда, минут молчания. Итак, поехали. Начнем с первой самой красивой. Это реплика Silinx. Очень круто, пафосно. Здесь типа должна вставляться батарейка. Да, даже разъем здесь откручивается, но comments. Но хотя бы исполнили по красоте все остальное. Закручивается. Ладно, хер с ним. Маркировочка. Да. Ну ладно. Если вы помните, вот здесь где-то, короче, будет обзор Silinx. Если мне память изменяет, даже у меня был в блоге. Такая пластиковая коробочка, куда можно было вставить кнопку, которая управляла вашей активной гарнитурой. Вот, там хотя бы вот этой порнографии не было. Там можно было наклеить наклеечку за так, а можно было не клеить. Можно было Silinx, еще что-нибудь. Ну и так, стандартный, как говорят элементовцы, military разъем. Чтобы подключить сюда какую-нибудь гарнитурку. Ну и выход на китаену. Сама кнопка, что интересно, имеет две ПТТшки. Хотя она и под одну рацию, но кнопки две. Работают, что интересно, обе. То есть нажимаешь эту — на передачу открывается, нажимаешь эту — на передачу открывается. Хер вас не зачем так запилили, но тем не менее это работает. Может быть. Может и нет. Но в любом случае у нас есть крокодильчик. Как всегда в Elementa очень жесткий, хороший. С злыми зубками, которые крепятся сюда на велкро. В принципе, кстати, с велком легко снимается. Так что злость его не очень оправдана. Внутри у нас гарнитурка крепится вся. Сейчас попробуем поймать фокус. Короче, там вот утоплены маленькие шестигранники. Сука, китайцы любят эти шестигранники, везде их, сука, пихают. Что еще хотелось бы отметить? Сейчас попытаюсь тоже поймать. Вам было видно. В общем, здесь все провода, можно сказать, торчат наружу. То есть, если вы этой гарнитурой хлебнете водички, и да, гарнитурой. Можно, можно залить китайскими соплями, но нужно. Итак, посмотрим на эту другую такую гарнитурку. Кстати, зачем-то здесь вот такая красная, красный кусок термоусадки. Хер узнает, что он хотел исполнить. И, как мы видим, гарнитура тоже, по идее, должна быть под... не кнопка, по две гарнитуры. Вот здесь гайка, которая должна вроде бы сниматься, но она не снимается. И у нас здесь military разъем. Есть разъем под китаен. Вот. У гарнитуры, собственно, две кнопочки тоже. Передняя большая удобная и боковая маленькая чуть менее удобная. Как всегда, работают обе. Можно нажать сюда, можно нажать сюда. Все будет работать. Ну, как всегда, крокодильчик и велкро. Здесь, кстати, держится он чуть-чуть получше. Может, велкро более хорошее применено, хрен знает. И да, здесь она скреплена нормальными филлипсами. Здесь не шестигранники, которые у вас свернутся после пятого, в лучшем случае, откручивания. Ну да, и, кстати, заливать ее, в принципе, можно и не надо. Она хорошо, достаточно плотно свинчена, никаких щелей, ничего, как вы видите, места крепления нет. Что, в принципе, не может не радовать. Да, и места, где провода входят в гарнитуру, тоже достаточно плотненькие. Сейчас Айс поломается, и выскажет свое веское мнение, а я пока расскажу про эту красивую гарнитуру, которая, наконец-то, здесь под две рации. Здесь два military разъема, один под Kenwood version, второй not Kenwood version, то есть Yaesu, Motorola Talkabout и другая такая херня. Сверху у нас опять же military разъем под ухо, и на кнопке, собственно, две кнопки. Тавтология, ну ладно. Собственно, одной, вот покажу, циферка 1, то есть она включает передачу на первую рацию, а второй — циферка 2, включает передачу на вторую рацию. Циферки, они такие рельефные, объемные, но один хер в перчатках не почувствуете. И заметьте, здесь у нас надпись есть TCI. Не Z-так, а TCI, что не может не радовать. Даже, в принципе, название правильно написано. Смотрите.
И такая достаточно, так сказать, реконская кнопка. Ну и сраные шестигранички. Сраные шестигранички, они и здесь есть. Мать ваш, крокодильчик, велкро, ну все стандартно, да. Что-то еще рассказывать. Да, чуть не забыл, вот здесь вот внизу есть кнопочка, которая включает, с какой раз вы будете слышать передачу, с первой или со второй. Ну и, соответственно, здесь обозначение. Если кнопочка не нажата, то и передача с первой рации, если нажмете, то передача со второй. Ну, довольно просто. Но, сука, это будет неудобно, как мне кажется. Потому что кнопочка, она достаточно такая неинформативная и мягкая. То есть, если она где-то закреплена будет, так скажем, в таком месте, где вы сгибаетесь, наклоняетесь и так далее, то эту кнопочку можно легко будет нажать. Ну и поговорим немножко об удобстве этих кнопок для использования. Начнем с последней. Кнопки тактильно, в принципе, ощущаются хорошо. Они такие приятненькие, подпружиненные, но очень легко нажимаются, что, как мне кажется, минус. Если вас чем-нибудь немножко так прижмет на разгрузке или бронике, вы заебете всех, забивая эфир своим. Возьмем Silinx. Естественно. Здесь кнопки сделаны удобней. Ну как удобнее? Они случайно не нажмутся, потому что вокруг самой кнопочки есть бортик. Да, это не кнопка, это просто пластиковый бортик. Кнопочка вот она, маленькая. Но сами кнопки, так скажем, менее информативные. Конечно, нажатие чувствуется, но не так, чтобы очень. Ну и последняя, это такая большая комбо-кнопочка. Нажатие на переднюю кнопку практически неинформативное. Очень маленький, короткий ход кнопки. Но единственное, радует, что кнопка достаточно большая. То есть можно вот так вот рукой нажимать. Напомню, нажимается боковая кнопочка. Она имеет чуть более большой длинный ход, но нажимается еще менее, так скажем, информативно. То есть можете не почувствовать нажатие на нее. Да, то есть предложил перчаточки. Справа я все-таки дрочу этой рукой. Ну, как я и говорил, нажать практически неинформативно. Есть небольшой щелчок, как вы можете послушать сейчас. К микрофону поднесу. А то вы услышите. То есть, в принципе, почувствовать можно. Здесь же, вот на этой Silinx, тоже щелчок, конечно, есть. Но само нажатие на кнопку, даже учитывая, что здесь не такое уж злое вот это вот поверхность. То есть, это Unifantix, одна из лучших тактильных передач. Вот именно, здесь хорошая тактильная передача. А если возьмем, например, вот как у меня эти Saber Gloves, да, у них вот здесь вот кожа, нормальная кенгуриная кожа, или достаточно жесткая. Или Oakley, да, с жесткой кожей, то вот эти кнопки вы ни хрена не почувствуете нажатие. Ну и здесь, как я говорил, кнопки нажимаются очень легко, с громким щелчком. Так что здесь это сложности не вызовет. Единственное, вы можете перепутать первую и вторую рацию. Ну, потому что в перчатках вы вообще не ощущаете эти цифры на боках кнопок. Как-то так. Пока я тут рассказывал про всякую херню, Айс вот сдвинул вот эту термоусадку на вот этой кнопочке. Вверх-вниз подвигал, под ней ни хера нет, так же идет провод, то есть, видимо, ну, не знаю, там, хотели сымитировать трушную кнопку, вот, да, надписи есть какие-то, Рурикона, может, разберут и скажут, так у настоящих или нет. Ну, и в конце поговорим о вкусном, начнем, как всегда, по возрастанию неадеквата. Вот эта вот прекрасная кнопочка стоит $12.50, цены на Ихоби Азии, так что еще плюсуйте немножечко доставку. Вот эта штука у нас стоит примерно $20, это $21. В принципе, штуки неплохие, так что с ними можно быть крутыми и пафосными, играть в правильный страйкбол. С вами был Русский Гердок, пока.